Суд Пинского района и города Пинска. Только что здесь завершился процесс над молодым человеком, пинчанином, у которого по месту жительства нашли наркотик Альфа-ПВП. Его было меньше грамма, но этого хватило, чтобы завести уголовное дело. На процессе подсудимый рассказал, как у него появилось нарковещество. Оказывается, он просто гулял по лесу, случайно нашел под елочкой сверток, развернул, а там дурь, которую, признался честно, до этого уже употреблял. Почему бы это не сделать вновь, решил парень и забрал наркотик домой. Найденным, уверял молодой человек суд, ни с кем не делился, принял сам 2-3 дозы. Но тут пришли правоохранители, и кайф прекратился. А ведь так пинчанин всего-то хотел отвлечься от неких жизненных проблем. Увы, это обстоятельство не вызвало никакого сочувствия у гособвинителя, который посчитал, что пинчанина стоит наказать 3 годами ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. В итоге получил 2,5. Мы считаем, что вина обвиняемого доказана, его преступные действия квалифицированы правильно. Обвиняемый в судебном заседании вину свою признал, раскаялся, рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления. Естественно, ничего хорошего от того, что он совершил, как он сам сказал, не получилось. Жизнь свою, конечно, он испортил. Будем надеяться, что все у него дальше будет хорошо, но наказание, конечно, нести за свои деяния надо. Мы считаем, что это соразмерно наказание совершенному им преступлению. За ходом показательного судебного процесса следили старшеклассники из городской школы номер 6. Вот как они оценили поступок молодого человека. Мне кажется, идти по лесополосе и найти наркотик, ну, можно, но брать. Ну, он сказал, то, что он уже этим занимался, но продолжать. Ну, его было дело, что делать ему дальше. Неправильно так сказать, как он говорил, то, что у него были тяжелые ситуации в жизни, это не повод принимать наркотики. Положительно то, что признал свою вину, но было негативно то, что он занялся все-таки этим, испортил свою жизнь. Наказание действительно разумное за то, что он сознался и осознает вину. Я думаю, он больше не будет такого совершать. Но главное, что для молодежи проступок осужденного парня будет поучительным примером. Хоть они и знают, что связываться с наркотиками – это беда. В школе нас, естественно же, учат всему, объясняют то, что последствия могут быть серьезные от того, что ты как резко складываешь наркотики, так ты можешь и их продавать, то наказание довольно серьезное. Между тем в стране продолжается масштабная борьба с распространением наркотиков. Не найдут их под елочкой потребители особо опасных веществ Полоцка, где задержали 2 наркозакладчиков. Обоим грозит до 15 лет лишения свободы. В Гродно тоже попались закладчики. Также было заведено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.